Друзья, всем привет! С вами Кимиев 1, и мы сегодня поиграем в Ground War Tanks. А по какой причине я решил запилить видео? А потому что я пошел по американской ветке развития, ПТ, и у меня второй уровень, и Т-18. Почему? Это какой-то вызывает ностальгию в свое время, когда я начинал играть в World of Tanks. Это мощное, ну, ушедшее уже в небытие в той игре. ПТ наводила шороху, в песочнице была грозой просто. О, ставьте лайк, друзья. Дикой грозой для всех танков, самоходных установок, ПТ-шек, артиллерии, уж я молчу, вообще с одного фугаса выбивала. И когда ты взводом в 2-3 человека играл, просто мог выносить всех и вся. Особенно этим грешили опытные игроки, как говорится, называли педобирили. Но в этом не было ничего страшного, на самом деле. Но эта ПТ уже не существует в том виде, в котором она была в той игре, потому что там многое поменялось. Но не будем о плохом. Да, это я про World of Tanks, а давайте о хорошем. Об игре ГВТ. И здесь эта Т-18 ПТ-шка существует. И вот она у меня в руках. Это один из первых моих боев, не помню. Как говорится, это просто видео для фона идет. Вот я ее только взял, купил оружие. Естественно, ребят, эта ПТ раскрывается во всей красе 75-миллиметровым оружием Т-7, которое. Да, можно и на скорострелочке поиграть, но вы сами понимаете, ребят. На фугаснице, да даже на ББшках, не обязательно использовать голдовые снаряды. 75-миллиметровое оружие вызывает просто дикий фан, ребят. Вы это знаете сами. Можно такие вещи на ней делать приятные. И выносить с одного фугаса некоторые танки. И наносить дикий просто урон. Вот в правом углу характеристики. Это не гайд, не обзор, просто мои, как говорится, эмоции. Вот, ребят. Ставьте лайк, пишите комменты. Т-18 это потрясающая машина. Пишите, у кого самый большой, какой урон был на ней в боях. А вот тут бой близится к завершению. Вот видите, сразу за соточку. 135, по-моему, урон. Ну, приятно же, согласитесь, друзья мои. Ну и получилась легкая победа. Сейчас посмотрим, какие будут результаты. Один фраг я только сделал в этом бою. Ну, 400 с чем-то урон. Небольшой урон. Мы с 2Т-18 сделали этот бой, как говорится. Вот такая вот ПТ. Играйте в ГВТ. Стихами, друзья мои, получилось. А с вами был Кимиев 1. Всем пока-пока, друзья. И до новых встреч!